Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Снайперские подвиги Евгения Фиди и хладнокровие капитана баскетбольного клуба «Самара» Алексея Зазулина принесли команде победу в матче Суперлиги против «Урала» из Екатеринбурга. Хотя первая половина игры проходила с переменным успехом, и на большой перерыв «Самара» ушла, проигрывая 8 очков – 37-45. Тяжело комментировать выигранный матч и проигранный, я бы так сказал. Мы его забили штрафные. А так команда, конечно, спасибо команде, она растет, мы прибавляем. Это игры к игре, команда молодая. Эта игра нас усилит, сделает нас сильнее. В третьей четверти «Самару» за собой к победе повел Евгений Фиди. Он забил 7 очков за 3 минуты и помог команде разгромить гостей в партии со счетом 24-8 и вырваться вперед перед финалом 61-53. Они не забили, мы забили. А баскетбол очень простая и сложная игра. Кто-то забивает, кто-то не забивает. Тот, кто забивает, тот выигрывает. В четвертой четверти никто, ни болельщики, ни тренеры команд сюрпризов не ждали, однако уральцы показали характер и ровно за 2 минуты до финальной сирены счет сравняли – 71-71. Последние 30 секунд матча потрепали нервы всем – обоюдные нарушения, штрафные броски, неоднократные тайм-ауты. Полминуты, оставшиеся до конца матча, по факту играли почти полчаса. За это время «Урал» набрал максимальные 77 очков. И все же последнее слово в матче осталось за «Самарой». Развязка наступила за 1 секунду до финальной сирены при счете 76-77. Капитан Алексей Зазулин реализовал 2 штрафных и поставил точку в противостоянии 78-77. У нас нервы оказались крепче и сражались до конца, что, может быть, не хватало нам в последних играх. Любая победа нужна, тем более после того, как мы проиграли до этого. Вдвойне нужна была проигрывать дома вторую игру. Конечно же, нельзя было. И просто допускаем какие-то, играем хорошо, потом допускаем такие глупые ошибки, в первую очередь в защите, что после этого руки у многих опускаются, хотя такого не должно быть. После невероятной победы «Самара» закрепилась на 3-м месте Суперлиги. Очередной домашний матч клуб проведет 23 февраля с университетом «Югра». Команда – второй номер чемпионата. Лидер – Новосибирск. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.